Марк Иванович, сейчас состоялся тренировочный спарринг с Александром Бахтиным, Аюп Арсаев. Вот пару слов скажите, нужны ли такие бои и как прошел сам бой? Они такие бои нужны и одному, и второму. Напряженный, острый бой там. Действительно, это был не тренировочный бой по напряженности и по атмосфере даже, а самый настоящий полноценный бой. Ну, Бахтин лучше двигался, он полегче, повыше, может быть, похитрее. Много передвигался, много пытался атаковать, но лучше у него получалось контратаки. Лучше. Что касается Аюпа, то тот он навязывал ближний бой, ну, острый ближний бой, но застревал в вязании Бахтин. Бахтин сумел его все время удерживать, вязать. Ну, бой получился очень интересный. Очень интересный бой. А как вы оцениваете состояние обоих боксеров на сегодняшний день? Аюпа и... Ну, Аюп на четверку. На четверку. Ну и Бахтин также. Если взять 5 баллов за выше. Они, ну, неплохое состояние. Я думаю, что для боя за звание чемпиона мира надо добирать, безусловно. Но на сегодняшний день мы готовимся к поединку в Мурманске и почти готовы. Нам еще 2 недели. Аюп, как твое впечатление о бое и пару слов о сопернике? Вот, что получилось, что нет? Хороший боец. Хороший бой, сложный бой. Как ты считаешь, нужны такие бои? Нужны. То есть именно в боевой обстановке, да? И бой часто. А сейчас с кем у тебя будет поединок? С Казахстаном. Из Казахстана боксер, да? Ну, большое спасибо тебе за бой, тебе и Саше Бахтину, и удачи в бою. Спасибо.